Почему последние несколько часов в топе Твиттера на одном из первых мест в мировых трендах слово «мегафона»? Это произошло после того, как Лента.ру и еще ряд источников со ссылкой на свои источники сообщили в кэше поисковика Яндекс, каким-то образом оказались текстовые сообщения, отправляемые на номера мегафона через сайт сотового оператора. Оказались теперь доступны для всеобщего просмотра. Мы этот список сейчас попробуем вам показать, если не успели его почистить. Речь идет о текстах СМС, отправленных через сайт мегафона в всеобщем обозрении доступны номера их получателей. Пресс-секретарь Яндекса Очерманджиков сказал, что компания изучает ситуацию. Источник Ленты.ру, знакомый с этой историей, заявил, что утечка СМС могла произойти из-за установки инструмента Яндекс.Метрика на сайт Мегафона, в том числе и на страницу, через которую осуществляется отправка СМС. В то же время многие пользователи Твиттера отмечают определенную карикатурность сообщений. Действительно, какие-то сплошные ругательства. И выражают сомнение в том, что произошла именно утечка данных, а не спланированная акция по дискредитации компании Мегафон. Кроме того, по данным блогеров, указанные номера абонентов Мегафона не прозваниваются, возможно, просто не существуют.